А теперь к оперативной сводке региональной госавтоинспекции. За минувшую неделю зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб, 7 получили травмы различной степени тяжести. Задержано и отстранено от управления 25 водителей, которые находились за рулем в состоянии опьянения, в том числе 2 гражданина, ранее лишенные права управления. 27 сентября в 10 часов 50 минут 58-летний житель города Элиста, управляя автомашиной ВАЗ-2114, двигаясь по федеральной автодороге Р-22 Каспий, на 284-м километре совершил столкновение с автомашиной «Лада Гранта» под управлением 36-летнего элистинца. В результате столкновения медицинское учреждение были доставлены водители и 2 пассажира автомашины ВАЗ-2114. 27 сентября в 20 часов 40 минут в городе Элиста произошел наезд на пешехода, в результате которого пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. 30 сентября в 9 часов 20 минут 26-летний житель Яшалтинского района, управляя автомашиной ВАЗ-2170-50, двигаясь по автодороге Яшалта-Соленое-Дивное, совершил столкновение с автомашиной ГАЗ-3302 под управлением 26-летнего местного жителя. В результате столкновения медицинское учреждение были доставлены водители и 2 пассажира автомашины ВАЗ-2170-50, среди которых один несовершеннолетний.